27 сентября в зале администрации района состоялось совещание под председательством главы района Заура Хамирзова. В работе совещания принимали участие руководители структурных подразделений администрации района, главы сельских поселений, директора образовательных учреждений, заместитель директора Кашхабского ДРСУ Руслан Курмалиев, начальник Кубаньэнергосеть Михаил Тарасов, начальник Кашхабского пожароспасательного гарнизона Руслан Кимичев. Первый вопрос повестки дня касался санитарного состояния улиц, дорог, состояния уличного освещения, покос травы на территории сельских поселений, а также о мерах по недопущению выжигания стерни, пожневных остатков и сухой растительности. Докладчиком выступил первый заместитель главы района Руслан Емыков. Хочу начать с того, что очень большое внимание руководством республики, руководством страны уделяется этому вопросу. Санитарное состояние, состояние дорог, состояние уличного освещения сейчас вызывает очень большой резонанс, поэтому я хочу обратить очень серьезное внимание на то, что сейчас здесь будет обсуждаться. Что касается санитарного состояния, по результатам моего объезда территории сельских поселений, есть результат, конечно, после Всероссийского субботника, который был проведен буквально накануне. И тем не менее, не скажу, что это какая-то неорганизованность либо отсутствие работы, но состояние ухудшается ежедневно, потому что машины проезжают, мусор выбрасывают, я имею в виду придорожные полосы. И даже после субботника, через час, через два, через три, они все равно есть. В данном случае выход единственный, чтобы постоянно это убирать. Руслан Емыков отметил, что не уделяется должного внимания санитарному состоянию заброшенных домовладений. В каждом сельском поселении они существуют, они заросли, и этому не уделяется должного внимания. Если существуют какие-то юридические сложности, либо сложности во взаимодействии, в любом случае под рукой нету собственника, должен быть протокол. Ни одного брошенного, либо бесхозного участка, бесхозяйного участка в сельских поселениях нету. И тем не менее они не содержатся, они не ухаживаются, не косятся. Результат – человеческий рост амброзия, которая является сорной растительностью и вызывает большое количество проблем со здоровьем у людей, и лицо района, которое из-за этого очень серьезно страдает. Содокладчиками по данному вопросу выступили начальник управления сельского хозяйства Заур Самоков, начальник отдела по делам ГУЧС администрации района Николай Зверев, начальник Кубаньэнергосеть Михаил Тарасов, каждый из которых, в свою очередь, озвучил дополнительные проблемы по этому вопросу. Обращаясь к главам поселения, Заур Хамирзов подчеркнул. Ваша основная задача – содержать веренные вам территории в идеальной чистоте. Убедительная просьба, вот те предложения, замечания, рекомендации и указания в срок, в качественном виде исполнить. Далее участники совещания перешли к рассмотрению вопроса, который касался организации питания в образовательных учреждениях. Начальник управления образования Касия Киргашева отметил, что питание детей на 100% организовано в Хачимзийской и Егерухайской школах. Глава района порекомендовал директорам других школ перенять этот положительный опыт. На совещании были рассмотрены другие немаловажные вопросы, касающиеся жизнедеятельности района.